Так, это нам семафорит Альдебаран. Морзяночку 17 октября 2019 года в Харькове. А вот это у нас Луна. Вот как они рядышком. 3 угловых градуса между Луной и Альдебараном. Это очень близко друг от друга, если не говорить о том, на небосводе, а во Вселенной, в галактике это получается до Луны 400 тысяч километров, до Альдебарана 66,6 световых года. Какое-то расстояние лучше не пытаться даже представить, можно с ума сойти. Какое расстояние свет пройдет за 66 лет с лишним. Полностью освещена, и конечно на ее фоне меркнет сияние Альдебарана. Я уже не говорю про сияние вечернего Харькова. Если сильно повезет, 31 октября Луна сблизится с Юпитером на 1 градус. Вот это будет супер видок. И Луна будет еле-еле. Подожди, не с Юпитером. Да, с Юпитером, с Юпитером. На закате, сразу после заката Солнца, Луна будет на расстоянии одного глаза, на расстоянии одного углового градуса от Юпитера. Луна будет серповидная, света от нее будет мало, и должно быть это очень красиво, если повезет с погодой, конечно. Ну а сближение с Альдебараном Луны можно наблюдать сегодня и завтра до самого рассвета. В час ночи будет максимальное сближение. Но поскольку мне на смену в 5, приходится теперь снимать стих. Ну, что такое? Где наша резкость? Ну, в общем, я думаю, Луна 0,33 угловых градуса, соответственно, здесь сколько Луны? Ну, пишут, что на 3 градуса угловых расстояния между ними чуть меньше. Будем доверять. Попробую сейчас на Никон снять. Тут 50 крат увеличения, но Никона побольше. Ну и светочувствительность похуже. Лады.